Вечером открыл спор, утром включил компьютер, пришло сообщение, что спор удовлетворен в мою пользу. Это самое быстрое решение спора, которое у меня было. Вот смотрите, значит, спор открыт 12.11. Продавец принимает условия 20.35. 8 часов ушло на решение спора. Спор решился в мою пользу. Запрос на возмещение 300 рублей. Действие продавец принимает. Вот. Кривой ножик. Вот он ножик. Я его попытался поправить, но практически поправил. Так что ножик обошелся в 300 рублей за место 600. 600 он и не стоил. Ну плюс я его наточил, поточил путем. Ну вот и все. Ножик так себе, колбаску порезать в машине. Так. До новых встреч.